Дорога не прощает ошибок. Об этом не устают напоминать госавтоинспекторы. В Воскресенске стартовал социальный раунд «Некуда спешить». До конца июня сотрудники ГИБДД и активисты будут проводить профилактические мероприятия, которые призваны напомнить водителям транспортных средств о той ответственности, которую они несут перед остальными участниками дорожного движения. Не просто так этот знак стоит, да, и снижается скорость. Скорее всего, либо это школа, либо это детский садик, да, либо какое-то общественное место, где притяжение граждан идет, где необходимо обратить внимание, избавить скорость. Социальный раунд проходит в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения». Топ-10 самых частых нарушений правил дорожного движения в России с огромным отрывом возглавляет несоблюдение скоростного режима. Каждый второй штраф выписывается за превышение скорости. При этом наиболее тяжкие последствия несут дорожно-транспортные происшествия именно из-за этого нарушения. Причин много. Водитель может отвлечься, просто устать, а может и заговориться по телефону. В необорудованных громкой связью автомобилях такое случается намного чаще. Надо побыстрее добраться до пункта, куда ему надо добраться, да? Он не будет останавливаться. Он будет разговаривать. При этом, конечно, вот правильно вы говорите, подведите, что он все равно будет разговаривать и ехать. И таким образом он уже... Скоростной режим свой не то что не соблюдает, он его не контролирует. То есть он все равно поедет так, как поедет, а разговор будет у него идти, и все его мысли будут только в разговоре. Превышенная скорость снижает время на реакцию и увеличивает тормозной путь. А это значит, заметно снижает шансы на спасение для участников дорожного движения. Поэтому всегда необходимо помнить, вам некуда спешить. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Юлия Тиунова, Даниил Колпаков. Новости Искровект.